В Татарстане уже на протяжении нескольких дней фиксируются аномальные показатели температуры воздуха. В этом году холода пришли в республику неожиданно рано. Эксперты отмечают, что отклонение от климатической нормы составляет более 8 градусов. В настоящее время погода нашего региона формируется под действием обширного антициклона с центром в Сибири. Именно поэтому этот антициклон называется сибирским антициклоном. Он в настоящее время развился так сильно, что, в общем-то, своим отрогом накрыл в том числе и нашу республику. Именно под его влиянием на нашу территорию закачивается такой морозный воздух, который сформировал температурный режим нашей республики. 2022 год, в принципе, выдался аномальным с точки зрения метеорологических явлений. Морозная зима, поздний приход весны и вот теперь отклонение температуры от климатической нормы. Однако, по предварительным прогнозам, к концу года на столбиках термометра ожидается температура около 7 градусов по Цельсию со знаком минус. Ноябрь выдался контрастным. Он принес нам в том числе один абсолютный рекорд по температуре. Так, 13 ноября был самым рекордно теплым днем. Декабрь также начался с рекорда. Так, например, 4 декабря на нашей территории было зафиксировано давление в 779,9 миллиметра ртутного столба. Это атмосферное давление, что является абсолютным рекордом для этого дня. И рекорд, нынешний рекорд превысил предыдущий установленный рекорд на целых 7 миллиметров ртутного столба, что является очень солидной величиной. Эксперты отмечают, что с возвращением в климатическую норму аномалии в ближайшее время не предвидится. Благодаря тому, что температурному скачку предшествовало установление снежного покрова, пока что угроза для грядущего посевного сезона не предвидится. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.